Any reaction to that? It won't be any worse for you, I promise. If you speak in that cage, I promise it won't get... Are you okay in general? Are you okay? Yeah. I could do with care packages, food, things like that. Are you getting the other stuff that you letters need? Letters from home. Letters, we've had no letters from home yet. No. Any supporters? Letters? Нельзя интервью давать. Рассказывайте, кого что интересует. Пол длительное время просил этого знакомого прислать ему эти фотографии. Он как бы не делал. Ну и в результате, когда Пол приехал к другу на свадьбу 28 декабря, ну он 26 приехал, даже 25, да? 22 декабря. То 28 в день свадьбы ему этот товарищ, которого он не ожидал, хотя он знает его несколько лет, но он приехал и флешку передал. Пол думал, что в этой флешке именно фотографии той поездки. Но оказались данные, которые составляют гостайну, охраняются законом. Ну, Пол, и мы считаем, что это провокация преступления со стороны его знакомого. Пожалуйста, чуть-чуть в сторону. А? Пол действительно настроен бороться, вину свою не признают, категорически отрицают это. Действительно, в материалах дела очень много противоречий, которые неустранимы. Вот, и постараемся вот следствие убедить в невиновности Пола. Но, к сожалению, у нас очень мало материалов, чтобы что-то вот, как бы сейчас, ну, как сказать, активно опровергать. Суда на все те просьбы влиятельных.